Hey, yo guys, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игруху под названием Айзек. Да, игруха Айзек у нас. Я играл уже где-то месяц не играл, даже может два в Айзека. Ну, конечно, видео это выйдет быстрее всего в то же время, что и вышла предыдущая часть. Но это нормально, потому что я записываю сразу игры. Оставляю их, типа, от пока отрендерить, да, и они у меня лежат там полгода, пока я их не выложу. Так, а что у нас хотя бы есть? Так, Айзек. В смысле? Мой любимый Азазелька. Эйден. Давайте за Изика сыграем. А потом будем рандомить. Ой, а ты еще Аполлон открыт у меня. Погнали. Много у меня модов есть, которые можно будет скачать. Да, я помню эту фигню. Так, тихо, мне нужно... Ага, все, да. Или сделать немного погромче. 9.3 возьму. Рент. Ну, как вы помните, мы с вами рендерим... Ой, ходить вообще на другие кнопки. Мы с вами рендерим до такого момента, пока у нас не выпадет золотая комната. А вот и золотуха. Паразит. А что он дает? Блин, давайте другое что-то. Я не хочу. Не, предмет на самом деле прикольненький, но... Я хочу чего-то такого. А, моды я буду уже потом рассматривать, всякие с модами проходить, когда мы пройдем уже основной Айзек. А это нужно на всех персонажах открыть всякие вот эти хернюшки, пометки вот эти типа. И нужно на каждом персонаже, хотя бы достижения вот эти все. А почему мне теперь это по-новому выглядит? Ой, этот. Токсик. Мод на подписку. Кажись, вообще было раньше без названий каких-то. Как называется, вот, допустим, Lil Monstro. Раньше вообще не было этих названий. Раньше была только чистая игра. Ну, типа вот это, что оно дает и все. Блин, ну не знаю. Ладно, давайте с этим пойдем. А! Да ты надоел! Так, сердца повыпадал ли нам? Паучки, ключик это хорошо. Слезы, блин. Так бы у нас он просто быстрее стрелял. Так, он прошивает хотя бы врагов. О, карта. Justice. Допустим, раньше не были подписаны у нас карты. О, монетка какая хорошая. Теперь у нас все это есть. Да елки-палки, вот почему я лучше за слезы поиграю, чем за лазер. Именно из-за этой вот вещи. Так, секретные камни не забывать. Смотреть сундук. Не хочу я открывать, лучше оставлю для магазинов и все такое. Так. Окей. Я тебя понял. Подожди, так я могу... Не, я не могу стрелять через... Я думаю, может, мне повезет, и я найду люк. Спичка. Из бомбы. Каев. Ну, пускай будет, ладно. У нас все равно тренинг никаких нету сейчас. Так, внизу магазин, в принципе, у нас 8 монет. Нет. Там мы ничего не пропустили, это хорошо.
Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ай-яй-яй, ай-яй-яй! Так, стоять! Погнали за сердцем! Иконки, да, нужно будет поменять, мне кажется. Иконочки мы сменим. Иконки. Хорошо. Блин, мне скорость передвижения не нравится. Вот Азазель это идеальный герой. Полет! Забудь о шипах. Ну, Айзек, он что, самый дисбалансный персонаж. Если так подумать. Только из-за того, что он может собрать жесткую имбу. Да елки-палки, ты надоел. Ой-ой-ой-ой-ой. А он раньше перед стрельбой передвигался к нам ближе? Да... такой дерьмо дали, ва. Минуточку. Что, простите-ка? Я просто удивляюсь тому, что у меня нету D6. Это не имба, еще перс. Имба персонаж будет, когда у нас будет D6. А что нужно нам было для D6? Кажется, Айзеком. Убить либо ангела, да? Или синим мальчиком, я не помню. Блин, я честно не помню уже. Бля, у нас даже ни синих сердец, ни хера нету. Расстраивает меня эта сейчас вещь. Ладно, у меня хотя бы орбиталка есть. Какашка, дай мне, пожалуйста, то, что я хочу. Сердце. Мне нужно сердце. Сердце. Ключ. Ладно, давайте я лучше отсюда начну. Так, ключ, бомба. Не очень хороший старт, потому что за первую комнату нам дали 0 дамаги. Да. Так. Рандомный артефакт, да? Главное в шипы не вткнуться, да и все. Бомбы. Бомбы у нас уже много. Ахуи! Почему бы нам не дать суицидника? Шахида сраного, да? Замечательно. Думаю, как мне сделать так, чтобы не просрать сделку? На, блядь. Просрано. Просто... просрано, изи. Окей, что мы тогда делаем? Здрасте. Отстань! Что мы делаем? Мы делаем вот что. Ищем одну еще монету. И пойдем в магазинчик с вами. В магазинчике купим предмет. Почему мне шахида дали? Бля. Ебучий шахид. Пошлите в большую комнату, чтобы сразу ее зарядить. О. Вот почему сразу вот такое мне не дали? Почему мне решили отнять? Везение на использование активов. Так, монетку или таблетку? Ой, таблетку. Он же, кажется, эти дает. Батарейки. Ясно, принял.
ни одного хорошего камня. Класс. А-а-а, знаете, какая... Прикольная вещь какая. Я ж не могу лучами это отбивать. Бомбы. О! Блядь. Класс. Просто заебись. Ага, нас теперь даже пишут, что нам шипы дадут. Ничего себе. Хоть бы монету дали, я не знаю. Окей. Монета, пожалуйста. Монета, блядь, пожалуйста. Сука, прошу, монету дай. Да, ну бля. Ладно. Full health. Кайф. Класс. Какое у меня везение на телепортации, какие у меня везения на вещи. Ну шо, умри. Знаете, мне нужно впритык к боссам подходить и прожимать активку. О, Тринька хотя бы дамажит. Да умри ты. Адская сделка, адская сделка. О-о-о-о, просто о-о-о. Повезло так повезло. Сука. Пучая монета. Окей. Я не буду делать сделки. Ну вас нахер. Я уже просрал и куб с двойными предметами. Короче. The world. The world. Так, это новая чемпионская версия. Такой я еще не сразу. Да, я с таким еще не дрался. Но новых врагов они навряд ли могли завести. Ух, блядь. А что мне эта сделка? Да слышь, что ты мне в лицо кидаешь их? Я так их стилизами не могу отбить, а ты мне еще... Вот такое, да, мне дали? И что мне далось? Нужно посмотреть. Не, обновлений, кажется, не было. Последнее было обновление, это когда добавили костяшку. И все. Ой, мне Стрэндж дали. Карту мне дали. Пипец, ну урон, конечно. Идеальный. Хрум-хрум-хрум. Вот как мне убивать таких жирничей? У меня просто не хватает урона. Неужели? Ну, go next. Классно. Да, походу я рели забыл, как играть в Айзика. Изик, что-то я не могу в тебя больше играть.
15 секунд бессмертия. Так, тихо, умирай. А хорошие камни будут мне, интересно? У меня же за второй этаж хорошего камня не было. Пипец, я его убью долго. Ох ты ж, ё-моё, полжизни атаковать буду. Пожалуйста, повези хотя бы с комнатой, прошу. Вот. А, точно. Точно. Ну. Это на самом деле хотя бы получше будет. Главное, чтоб меня не коцнула эта хуйня. Не женца наша. Ой-ой-ой. Возьмем. Что? Ну, хотя бы не третий раз дали мне батарейку. О, здорово. Класс. Ага, портфельчик дали. Окей. Ок. Принимаем. Принимаем это делом. Так, мани и ключ. Хорошо. Синих сердец не наблюдается за всю игру. Блин, мне нужно будет одну херь сделать. Но это довольно очень долго на самом-то деле. Саня. Я лучше Стрэндж возьму, потому что оно меня, во-первых, отхилит. О, повезло. Хорошо, давайте войдем, посмотрим. Я не думаю, что мне стоит использовать. Стрэндж. Потому что я, во-первых, прострелю их двоих. И это довольно легко. Это доджить. Не, если они сейчас меня зажмут. Суки. Я Стрэндж не буду прожимать, это имбовая карта. Это плюс все статы. Ну, в основном сила и... Мразь. Комната? Мне комнату не дали. Здорово, сердца. Класс. А ну? Класс. Просто великолепно. Окей. Классненько. Ни урона, ни хера. Да. Воу! Хотя спасибо, благодаря теперь... моей этой соски у меня скорострельность поднялась. Терзах очень хорошо даже.
Ну. Так, батарейку мы не берем. Берем дружелюбных пауков. Я буду играть в основном. О, нихера себе. Выгодно, выгодно. Выгодно, выгодно. Что-то повезло. Жесткая карта стала. Блин, вот знаете, вот раньше до обновы DLC сразу было включено. А теперь, чтобы врубить DLC, нужно определенные действия сделать. И вот это вот плохо. Допустим, те же порталы с врагами. Чтобы их открыть, мне нужно все здесь прочистить. Так, погнали сразу. За батарейкой, я думаю. Поехали. Сердце. Ключик, отлично. Ой, а, не, мы вошли, вошли, мы взяли шпаука. Точно, точно, точно. Блин, ну а что внизу? Мне бы магазин найти. Вау! Мне бы найти магазин. Желательно бы. Блин, вот это, блин, моя пассивочка, да? Ну как, вот это? Сейчас. Как он выкидывается, я уже не помню. В смысле? О, все выкинулось. Вот это, Black Tooth. Он, как бы сказать, очень рандомный, потому что я не знаю, сколько, какой шанс того, чтобы он сработал. Он хило работает. Но он хотя бы отравляет, и это хорошо. Так, магазин, сразу зайдем в магазин. Ага. Вот так, да? В принципе, можно, во-первых, взять сердце. Блин, я не знаю. Пакет на голову. Пакет next. Здрасте, здрасте, здрасте. Так, коробка мамки. Так, отлично, теперь мы ищем предмет себе. Класс. Ace to Clubs. Нормально. Так. Это плевуны, не страшно. Так. Готово. Да, походу скоро боссы будут. Босс, боссы, босс. Мне бы урона, чтобы все равно дали. И райская комната, чтобы выпала все-таки. Карту я буду юз. О, еще ключ. То, что у меня выпал купон, вот это хорошо на самом деле. Мне очень сейчас выгодно покупать. Да даже не покупать, а просто чтобы мне монетки выпадали. Как раз две шмотки я уже могу купить себе. Блин, вот эти раздвоители херовы. Тренька спасла, тренька спасла. Вот я не понимаю лазера. Когда он попадает, а когда нет. Так, в большую комнату тогда погнали.
Там еще игральная комната есть. Можно будет зайти подзорвать ее. Блин, не знаю, посмотрим. Я просто смотрю, что уже 25 минут. А я все еще вожусь на этом этаже. У меня бывало, знаете, за Айзека, если рандом хороший, а чтобы рандом был хороший, нужно D6. Я проходил довольно очень быстро. Где-то за минут 11 я точно проходил игру. Ну, конечно, то была пиратская версия игры. Готово. Ладно, сердца есть, все есть. Времени только нет у нас. Давай, 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 давай. В разнос. Отлично. Как раз убью босса, и мне можно будет чуть-чуть книгу заюзать. Не, ну... Что босс, что не босс. Вот, ей-богу. А можно не фризить? Спасибо. Даже эти... Плюс дамаг, плюс жизнь. О-о-о. А здесь спорная. Двойной дамаг? Либо защита. Двойной дамаг. Range up. У меня лазер на всю карту, поэтому как-то так. Поэтому как-то так. 8 дамага, это довольно уже много. Ну, считай то, что у меня корона, и она... Легко ломается. Первый случай, это чтобы тебя куснули в комнате. Второй случай, тебе нужно сделать так, чтобы у тебя не было синих сердец. Если у тебя красное сердце хотя бы немного побито. ГГ. У тебя не будет урона. Поэтому в запасе должно быть синие сердца. Желательно. Ага, вы вот так, да, делаете? А ну-ка. Ты не работаешь, да, с моей? Да что? А, не, работаешь. Хорош. Ох, ништяк. Хотя... Не, подождите, я попадаю или нет? О, попадаю, тихо. Отлично, мне ни хера не дали. Хотя был вариант это от черного сердца. Ай, ладно, давай, поехали. Вау. Вау. Первого же раза. Мне дали... Хороший предмет, сделка. Дабл кей. Просто ништяк. Вот рели ништяк. Так, мне бы магазин найти. О, здорово, магазин. Погнали. Ага, взрываем сразу. Так как у меня нету часы сломаты, возьмем. Бесполезный предмет. Сундук 50 на 50. Ага.
А стоит ли? Не стоит. Оно того не стоит. Ладно. Все равно у меня бомба есть. Опа, а что такое? Мы замедлились, да? Да, они замедлились. Другие комнаты. Вау, 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 вау. Так, я вижу там хороший камень довольно. Спасибо. А я его сейчас еще и открою. Ох. Ой-ой-ой, это он камень открыл. Второй кусок мяса. Ладно, за бомбой потом пойдем. Угу. Ну понятно, что я возьму сердца и просто уйду отсюда. Как бы так. Так, окей. Юзаем книжку. Infested. Чертовы кокульки. Ладно, у меня все равно отравление. Ну, вы легкотня для меня. Так, окей. Вот здесь загадка месяца. Нужно по два ключа. Ладно, дальше не будем. Так, 3 копейки мне возвращает. То есть, считай, я за 4 куплю ее. Почему бы нет? А я только за, почему бы нет? Что, пойдем? Хочу. Temperance. Coins, coins, coins. Блин, по идее это последний магазин, поэтому. Ай, ладно. А мне сердца нужны будут потом. Джокер. О, я открыл все-таки его медбоечка. Ништяк. Hello, my friends. Да. Да, детка. Это оно. Это easy game. Кто говорил, что нет дамага? Ребят, просто 38 дамага. Не, хотя если не 38. Если поделить на 2, то это 19 дэмэджа. Чё, блядь? А кто мне дает наводку? Имба. Это народ, имба. Так, подождите, а кто дает наводку, я не помню. Голова точно не дает. Не, ну на это жестко на самом-то деле. Просто имба собрана. Помучились, помучились. И хватит, да.
Нафиг нам. Ой-ой-ой, фиолетовые эти. Костры. А может нам мидбой это дает возможность? О, отлично. Пипец, мидбой. А-а-а. Я что, два раза? Три раза закусался. Вы издеваетесь. Окей. Так, 35 минут идет видео. Блин, дело в том, что оно очень много потом весит. Игра. И где-то только я записи смогу сделать 5. Вру. А, ну да, если они будут такой длительности, то где-то, да, 4 даже видео выйдет. Только. Кайф. А, тут костер я не буду мучить. Поэтому погнали. Так, это у нас последнее. Дальше у нас мамка. Потом утроба. Давайте тогда самый низ сходим. Мы еще золотую комнату не находили. Ё-моё. Ради 5 бомб. Чисто ради 5 бомб. И все. Где мой детонатор? И все. Только ради детонатора. Это его можно пощупать было ради 5 бомб. Все. О, мини-хашики. Вот посмотрите просто, сколько у меня сейчас дамага. Блин. Вот почему такого сразу в начале не дали, а уже в конце, когда уже у нас время, хер знает сколько, а у нас еще утроба. Два уровня. Бомба. Хотя нет, подождите, у нас еще есть варианты со сделкой. Ай. Да ладно, еще дамаг. И чё? И как это понимать? Великолепно. Нам открывается комната с предметом, но предмета нету. Класс. Класс. Эй, чел, куда ты его спрятал? Дай мне предмет. Вот животное. Я уже обрадовался, думаю, ох, мне предмет дали на урон. Сейчас еще зайду, получу предмет. А там... Дули. Хотя 47 дамага это... Full heal пускай будет. Что здесь? Я просто не понимаю, из-за чего у меня контроль идет. Манайц. Плюс 2 айтема. Можно сделать вот так и идти отсюда. Бля, ну, знаете, это на самом деле специфический предмет. Типа, если нужно моментально несколько атак сделать, тогда да. Мне кажется, это Мегамен мне дает такую способность, но я что-то в этом сомневаюсь. Он еще плюс, понимаете, просто держит кошку, голову кошки долго в руках. Давайте ниже пойдем, я думаю. Ой, ой-ой-ой, противная комната. А, все? А, не, нихера. Давайте, шипы. Да, шипы не появляются, отлично. Кокольки я не вижу смысла ломать, поэтому сразу ищем с вами
босса. Тихо, плюется он уже. Блин, я вот не помню, с черными сердцами тоже работает? Или у меня корона больше не работает, когда мне урон вообще нанесли? Плачущая монета. Не пойду я за монетой. Сундук открою, потому что там может быть предмет. Ну, именно предмет, айтем. А мне дали обычные вещи. Мне дали обычный предмет. Может, блин, я найду чертика, который динамит и жрет. Ну, откройся. Хорош. Плюс еще мой. О, штяк. Ай. Ай. Я не хочу терять сердца, поэтому возьму тебя. Убьем сейчас боссика, быстро пробежимся, нам откроется адская комната. Плюс еще дамаг. Давай, еще дай мне уголек. Боже, с углем мой дамаг, по идее, должен возрасти еще больше. Да? Или он только на слезы работает? Интересно. Интересно посмотреть. Ты думал, я тебя не замечу, что ли? Погнали сюда. Ой-ой-ой-ой. Ключик. Успел я. Так, по длинной тогда пойдем. Если что, сюда вернемся. Я в этом сомневаюсь. Нормально. 47 дамага, нормально. 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 Ага. Ого. Так, у нас открылся новый товарищ. Идемте убивать Айзека. Будем грохать Айзека. Не хочу. У нас так времени немного. 49 дамага. Можно больше дамага? Нужно больше дамага. Ха-ха, мистер Бомбс. Мистер Бомбс. Блин, да, все-таки эта атака, она просто так полетели. Прикидываю, сейчас бы еще один купон выпал, и где-то б я нашел магазин. Тык-тык. Так, орех нам не нужен. Или то мозг. Либо орех, либо то мозг. Так, я вас... А, закрыт, да? Челлендж. 39 минут, если верить. Ну, мы же перезапускали несколько раз уровень, да?
Давайте просто по прямой бежать. Magical attacks. Ты чё, ты такая огромная комната? Ооо, ништяк. Больше пилюль... Да, нахер оно мне нужно. Если бы оно меняло что-то. Агалас. Бэби Бонс. Каев. Ну, чел, тебе уже не спастись. Изи. Получено достижение Isaac Tears. Слеза Айзека. У нас есть теперь... Ну, это у нас уже было. Слезы Айзека получены. Так, а что у нас по картинке? Нам нужно пройти, получается, с вами еще два раза рай и два раза ад. Три. Все по три. И, в принципе, у нас уже будет выбор на следующий этаж. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.